Давайте на меня сначала смотреть. А то я посмотрела видео, без человека неинтересно. Так, ребята, я еду в Лабутнанги. Значит, я была... Такие прикольные. Поверните налево, во двор, а затем поверните направо. А, так тут парковка есть. Это я около Мамонта с Салехардского. Ребят, смотрите, река Обби. Я сейчас буду... Сейчас я поеду. Вы приехали в промежуточную точку. Не знаю, куда я поеду. Так, туда ехать. Сейчас, погоди. Ребята, я еду в Лабутнанги. И смотрите. О, слушайте, у меня была мечта прокатиться по Зимнику. Так вот, это типа Зимник. Маршрут перестроен. И это типа, знаете, переправа через Обби. Прямо по берегу, прямо по льду. И я по нему еду. Боже мой! Круто! Класс! Я это, волнуюсь маленько. Я первый раз езжу по Зимникам. И первый раз еду прямо по льду реки. То есть я даже не знаю, уже лед начался или нет. Наверное, начался. Вообще. Это похоже, что его специально загребают, разгребают. Ну, в смысле, чистят. Я это, извините, торможу. Обозначение 40, да. Ой, фу, какое 40 по привычке. 10 километров в час, 20 километров в час. Ну, все люди как люди, да, а я по обочине. Там это. Блин, а что, куда они едут? А, нормально. Вот там машины едут. Слушайте, какая широкая дорога. Зачем она, интересно, такая широкая сделана? Смотрите, они там прямо толпами едут. Вон на той стороне получается... Так понимаю, что, да? Не знаю, сколько там Лабутнанги-то, километров 10-11 осталось, наверное. Все с разной скоростью, вон, видите, машинки убегают. Не знаю, видите, нет, сейчас зеркало заднего вида попробую показать, ага, вон видно. Там тоже едут машины, большой грузовичок едет. Как это снять-то? Переправа! Переправа! Давайте еще меня на переправе сейчас посмотрим. Это я. Меня-то видно, а дальше-то белая пустыня. Ничего не видно. Непонятно, что это переправа какая-то там идет. Но тем не менее, я-то знаю, да? Слушайте, может, это я неправильно еду. Зимника я проезжаю. Супер!